Друзья, всем привет, находимся на Радмире, это первый сервер, продолжаем служить в полиции, и сегодня моя задача это проконсультироваться с нашими высокопоставленными лицами, полковником, либо даже с генералом по поводу этой ситуации. Я решил рассказать это все по поводу того, что попала в тюрьму жена сержанта убитого, ее дети остались сейчас на нас, они живут временно в моем доме, надо мать эту срочно освобождать, которая по моей причине попала в эту тюрьму, и на самом деле она ничего не совершала. И мы сегодня именно этим и займемся, сделаем так, чтобы она вышла на свободу. Я думаю, что генералы и полковники ерунды нам ни в коем случае не посоветуют. Я, в принципе, готов. Единственное, можно, конечно, еще немножечко покушать. Да, ребята все живут, можете не переживать, спокойно все. Что они там делают на кухне? Готовят кушать, что ли? Привет, готовите, что ли? Дошик, заварить Дошик? Ну, Софья, ну свари ты, на что ты опять покупаешь? Свари нормально супец какой-нибудь, сейчас будем творить чудеса. Чудеса с Дошиком. Как это весело, залить кипятком. Лучше бы картофанчика отварил, они привыкли к картошке. Не боись, не отравим. Ладно, давай я перекушу тоже, да пойду на работу. Картошка уже надоела, но для них-то это привычно на самом деле. Кухню не спалим, это точно. Ой, слушай, малой, не дай бог, кухню ты еще спалишь, дом сожгешь. 1,5 миллиарда тебе всю жизнь придется отдавать. На плите есть Дошик, но это не еда. Дошик это, конечно же, не еда, лучше он гамбургер как минимум. Он там есть, есть еще. В прятки? Можно в прятки будете играть? Видите, как они время проводят? Пока Дошик заваривается, они играют в прятки. Весело. А что, дом большой? Это вам не однокомнатная квартирка. И никак у них там двухкомнатная. Здесь реально можно поиграть. Реально есть где спрятаться. А, но ты с нами. Не-не-не-не-не. Я уже стар для этих игр. Спасибо. Я просто посмотрю, подожду, пока мой Дошик тоже заварится. И мне хватит. Мне уж хватит. Что? Старпер, что? Я не буду играть. Вы чего? Издеваетесь, что ли? Сейчас подполковник побежит с вами в пряточки играть. Под диваны лазить. Вы чего? Пожалуйста, ну... Ладно. Только... Пока заваривается Дошик. Прячемся в доме тогда. Давайте я поищу. Я же полицейский. Я полицейский, я и буду искать. Нет, давай еще на улице. Это слишком. Это слишком много. И дом и так большой. Куда еще на улицу? Куда еще? Может быть, тебе вообще весь южный, а, предоставить, скажи мне. Дома ты все места знаешь. Ну, вдруг я не замечу. Просто. В холодильник залезешь, вон и все. Ладно, только если во дворе максимум. Если во дворе максимум, тогда можно спрятаться. Хорошо. Но не дальше. Дома и во дворе. В принципе, я и там места тоже знаю. Поэтому будет, наверное, весело. Окей, до скольки мне считать? Блин, чем я занимаюсь? Лучше бы какие-то дела расследовал. Смотрите, у них маман в тюрьме, да, сидит. За решеткой, ее там не кормят. А мы в прятки играем, как нам весело. Дай одну минуту. Давайте, жду. Так, хорошо. Давай прячься, иди, прячься. Так, я, получается, не должен знать, где они. Поэтому мы как-то вот так вот с вами спрячемся. И будем считать. Раз, два, четыре, пять, зачку вышел погулять. И надо будет подождать так вот минуту постоять. Как будто меня в угол вообще маман какая-нибудь поставила. Сказала, ты наказан. Хорошо, я наказан, товарищ подполковник наказан. Будет стоять в углу и ждать, пока все дети спрячутся. О, хотя бы тишина будет небольшая. А может вообще их не искать, друзья, а? Пусть они там сидят, а я спокойненько отдохну на диванчике. Кофеечек попью. Вообще идеально, слушайте, прятки. Вот лайфхак. Лайфхак, как отдохнуть от семьи. Сказать, что мы будем играть в прятки. Потом спокойненько посчитать и отдыхать. Ближайшие сколько? 20 минут они там могут сидеть? Ладно, хватит. Слишком долго. Слишком долго мне это не нравится. Раз, три, четыре, пять. Я иду всех убивать. Не совсем в рифму, конечно. Так, ну, конечно, сначала мы посмотрим с вами наверху. Мы и в доме, и во дворе. Вот по-любому малой во дворе. Потому что он сказал, типа, ну, давай еще во двор. Давай там. Хорошо, ну, здесь точно никого нет. 100%. 100% никого. Окей, можно также ориентироваться, конечно, и по звуку дополнительно. В моем кабинете, под столом. Под столом вроде бы тоже здесь никого. Вы что, издеваетесь? Вы что, все во двор, что ли, убежали? А ну-ка, может быть, здесь тоже никого нету. Да что ты будешь делать? Ну, в туалете все. Хотя бы один здесь, ну, да ну. Так и никого и не было. Ну, что такое? Слушайте. Ну, они все во двор пошли. Ладно, мы поняли. А я, видите, еще не... обусловился, а можно ли перебегать с одного места на другое? Вот что интересно, потому что я выйду, они меня обманут. А мне же надо с какой-то стороны, получается, пойти, да, вокруг дома. А с какой стороны? Вот это уже вопрос. Ладно, будем искать. Так, главное, что во дворе. То есть у нас условия есть. За забор не выходить, самое главное. Так, опа. Нету никого. Интересно. Опа. Тоже никого. Так, главное, чтобы...
сейчас резко не забежали. Может быть, они вообще сидят в этом фасаде где-нибудь здесь, а? Место-то хорошее. Место очень хорошее. Так, может быть, поможешь мне, дружище, поискать, пожалуйста? Потому что мне кажется, что я один не справлюсь. Как только я сейчас сюда побегу, ладно. Главное, тихонечко. Просто будем пугать. Резко так. И... опа! Никого. Так, в мусорке. Тоже никого в мусорке? Да что ты будешь делать? А, в контейнере. Тоже никого. Так, их трое человек. Мне хотя бы... о! Нашлась! Нашлась! Ку-ку! Ку-ку, ёпта! Приветик, помогай дальше искать. Теперь ты в деле, получается. Так, нашел кого-нибудь или нет? Гражданин, хороший. Ведь где-то же... подождите, а где тогда маман? Куда спряталась? Надо маман тогда тоже найти, получается. Она-то побольше будет? Может, она запрыгнула куда-нибудь на гараж вообще? Нет. Слушайте, ну... не знаю я. Непонятно. А где Софья? Как? Мне кажется, она вокруг дома бегает. Это Софья. Я почему-то в этом вообще не сомневаюсь. Где мамка? Где мамка? Ой, подожди, какая мамка? Где Софья? Мамка-то... зачем я только им напомнила? Мамке это не стоило делать. Не стоило. А где он? Я не знаю. Я не знаю, где он. Мне кажется, что мать обратно забежала. Так, Кость, почему мать-то? Мне кажется, что Софья забежала обратно. Но тогда получается, и пацан, что ли, тоже обратно? Вот не любил я прятки с детства, потому что вот найдется человек, который так спрячется, что вообще ничего не найдешь. Блин, ребят, вот надо их попросить помочь мне обязательно. Эй, вижу малого. Какой такси, куда ты сел? Мы не договаривались так. Подожди, вы что, подговорились, что ли? Почему он уехал? Почему он в такси сел? Блин, я его даже уже не догоню. Черт возьми, почему в такси-то сел? Куда он? Куда он пошел? О, Софья, где ж ты сидела? Ты что, наверх залезла? Она наверх залезла, ты посмотри. Ну теперь-то я знаю, мне надо срочно ей сообщить о том, что я нашел. Софья, давай сюда, быстро! Какой ёб, куда он поехал? Куда он такси вызвал? Кто? Кто? Малой! Он сел в такси и свалил только что. Не поняла, я тоже не понимаю. Ты как следила? Нельзя ни о чем попросить тебя. Я пряталась. В прятки поиграла? Поиграла? Хорошо поиграла? Где теперь его искать? А ты поиграл? Я-то поиграл, я вообще на работу должен был идти. Так, внимание, только что пропал малой. 10 лет на вид, рост метр с хреном. Сел в такси и свалил, да, а куда он поехал? Куда может поехать? Он вызвал такси, получается, заранее и предложил играть в прятки еще. Хитрец, что ты ноешь? Что ты брату сказала? Что ты брату сказала, скажи мне, пожалуйста? Куда он уехал? М? Так, надо думать. Так, молодой, горячий. Стрип-клуб, что ли, поехал? Я не понимаю. Стриптиз-клуб, скорее всего. Угу. Так, стриптиз-клуб. Надо посмотреть потом закусочную какую-нибудь. Закусочных очень много. Что? Еще раз хотел увидеть маму? Теперь-то все... он к мамаше свалил? Но она в тюрьме. Она же за решеткой. Его туда никто не пустит все равно. Он, скорее всего, там. Ребенок пропал. Пропал! Дружище, пропал! Причем его просто похитил таксист, получается. Таксисту все равно. Какой-то малой сел. Ну и что? Он же мелкий, пролезет в любую щель. Что? Он что, собирается проникнуть на тюремную территорию? Нет. Нельзя. Нельзя. Он потом на учет встанет в полиции, если он будет проникать на территорию. Так, хорошо. Если он там, то я тогда поеду. Я вынужден ехать, друзья. Я просто вынужден ехать. Убирайте свои машины отсюда. И я вынужден ехать и спасать малого, пока он не натворил делов. Пока его вообще не застрелили. Его имеют право просто убить, получается. Так, ребята, расходимся. Светошумовая граната пошла. Прямо на голову. Это отлично, отлично. Едем спасать его. Едем спасать дурака. Просто настоящего дурака. По-другому я назвать его просто не могу. Он дурак, что так поступил. Ну и сколько народу, а? Взбаламутились, сколько народу. Придется ехать и спасать. Что теперь делать? Все, мчимся, друзья. Мчимся в тюрьму и спасаем детеныша. По-другому я его не назову никак. Слушайте, но если я его поймаю, мне кажется, он просто достоин ремня, как минимум. Ремня. Его надо будет запирать. Прям в комнате. А, захотел. Слушайте, ну хорошо не взял хотя бы свою сестру. Вдвоем бы еще хуже было бы. И раздетый побежал, такси залез. Ну хорошо хотя бы сестра его, да, сказала, куда он мог поехать. Я что-то не подумал, потому что в стриптиз-клуб сначала он поедет. Почему-то мне так показалось. Но он же у нас любит побухать, покурить, как мы выяснили в прошлой серии с вами. Но на самом-то деле он поехал к своей любимой, дорогуше, мамаше. Вот и все, друзья. Мне теперь еще интересно, а откуда он взял деньги? По-моему, друзья, у кого-то из нас, либо у Софии, либо у меня, еще и денежки пропали. Я почему-то в этом не сомневаюсь, скорее всего. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы проехать.
Можно, пожалуйста, проехать мне как-нибудь? Или нельзя? А, все, автобус не стал. О, отлично. Что, как ты вообще срулил сюда? Скорее всего, занесло. По льду наверняка. Ладно, так, мне надо таксиста сейчас этого найти. Главное, таксист. А вот, вижу такси. Вижу такси, он, скорее всего, это сделал. Возможно, таких такси, конечно, много, это понятно. Но... Это кто наверху? Что он? Это малой. Он что, по клетке залез? Он дурак, что ли? Его застрелят. Это он или нет? Да! Это он! Вот балбес! Так, надо к нему залезть срочно. Как я сейчас скажу-то? Как я сейчас скажу? Блин, да куда ты побежал-то? Вот таракан, а! Как по кухне таракан ползает, точно так же. Так, пустите! Срочно! Срочно! Прошу, срочно откройте! Откройте дверь! Откройте! Полковник, подполковник! Полковник Дип! Так, быстро! Быстро мне, пожалуйста! Двери! Дверь! У вас проникновение! Я извиняюсь, конечно, здравия! Здравия желаю, но не до этого! Скорее всего, у вас преступник! Я вижу его! Я вижу его! Слушайте, он его видит или нет? У вас глаза вообще есть или нет? Он прекрасно виден! Нужно остановить! Там! Уже сбежал! Скорее сюда! Пожалуйста, просто поверьте! Я просто на панике, я не могу нормально сейчас излагать мысли, излагать речь! Поэтому не думайте, что это... Где он? Нужно обнаружить его! Где он? Я вижу его! Он во дворе уже! Так, вижу синовца! Все, ему конец. Ему конец. Все. Зачем? Зачем ты полез, дружище? Зачем? Кто же тебя просил? Кто? Эх ты. Что? Что? Так спокойно. Ты что стоишь-то? Ты что встал? Так, разрешите. Разрешите мне, пожалуйста. Был замечен преступник. Только что. И дверь захлопнул. О, он что, спит, что ли? Выговор. Выговор ему, срочно, только прямым сопровождением, без проблем. Вы кем являетесь? Нужно доложить начальнику. Тогда пройдемте. Просто пешком, он сейчас там, возможно, его уже избивают там. Я есть начальник, замечательно. Возможно, его уже поймали, и, возможно, он уже в руках синовцев. По рации было что-то доложено? Возможно, уже доложили. Может быть, не докладывали. Ладно, пройдемте. Он точно внутри. Его не остановил ваш сотрудник сонный? Ну как, он же там стоит у двери. Как он не остановил? Сейчас выговор зададим ему. Лично от меня выговор. Он, правда, ни на что не повлияет, конечно же, но выговор мы обязаны дать. Здравствуйте. Интересно, скажите, пожалуйста, каким образом вы не заметили? Давайте спросим, например, здравствуйте. Скажите, а никто не пробегал? Открывайте, это понятно, что открывайте, но давайте мы все-таки узнаем. Не будем набрасываться, да, спокойненько. Мы-то видели все с вами прекрасно. Мы все прекрасно видели. Не пробегал ли кто-нибудь? Скажите, пожалуйста. Никого не видел. А что ты делал? Что ты моргнул в этот момент? Я понимаю, что он маленький, что он ребенок. Ну, как это надо смотреть? Давайте, ладно, давайте встанем, попробуем. Ну-ка. Так, получается, он сюда забегает. Это мне надо вот так вот мне надо смотреть. С гордо поднятой головой, чтобы ни хрена не заметить. И не заметить, что дверь была открыта. Хорошо, спасибо. Ладно, не будем. Наверное, их учат, да? Высоко поднимать голову, работать и служить с поднятой головой. Увидел бы, я вам сказал бы. Ну, я видел лично. Пройдемте, начальник, пойдемте, посмотрим. Так, где малой? Слушайте, ну вот это прятки. Это самые, что ни на есть настоящие прятки. Ну, может быть, везде. Он, слушайте, хитрый оказывается. Как он так легко проник? Он по решетке, получается, залез на стену, со стены на крышу, с крыши во двор и забежал мимо сотрудника. Это что-то невероятное. Вот они, дети, друзья. Как? Так, никто не пробегал? Простите. Может быть, вы хотя бы кого-то видели? Я понимаю, что он ребенок. Я понимаю, что он, по идее, может пролезть сквозь эту решеточку. Но как? Как она? Да нет. Это уже второй человек. Ну-ка, подождите. Давайте-ка посмотрим. Так, мы встали здесь. Давайте-ка мы все-таки... Разрешите, я встал на секунду. Просто следственный эксперимент, как бы, понимаете ли. Ну-ка. Так, и мы такие смотрим. Вот так бы я увидел. Но он смотрел, получается, вот так? Ну что красиво в потолке? Разрешите, ну как? Как ты пропустил? Это очень странно. Хорошо, следственный эксперимент проведен. Пройдемте далее. Нам нужно идти далее. Так, о, здравия желаю. Здравия, а тут двое. Так, ребят, кого-то видели? Пробегал, кто может быть? Понятно, что уже было бы доложено по рации. Никак нет. Я не понимаю, здесь уже следственный эксперимент просто. Ну не поможет. Как? Что, ну, я должен вот так смотреть? Я за потолком наблюдать. Ладно, хорошо. Бывает, не заметили. Совпадение. Сюда. Так, подождите, может быть он где-то здесь. Не стоит упускать возможности и поискать его.
Здесь вроде бы тоже нету нигде. Пусто. Куда же ты, маленький засранец, спрятался? Как ты прошел через все эти ограждения? Честь. Честь — это, конечно, хорошо. Надеюсь, ты малому честь не отдавал? Мне кажется, что эта честь не совсем заслуженная, но... Угу. Давайте, открывайте. Уже бессмысленно, мне кажется, что-то спрашивать. Так, в казне, ну-ка посмотрим. Ну сюда-то он не мог, наверное. Может, он в казну залез прямо, а? В сейф, может быть, он залез? Тоже такое может быть. Так, вроде бы нету. Давайте проверим кабинет. Там, между прочим, важная информация. Я загляну на секунду. На секунду заходить прям не буду. Я понимаю, здесь все документы, казна, все дела. Тем более вы начальник. Это вся ваша работа и вся ваша деятельность здесь. Я это прекрасно понимаю и уважаю вашу деятельность. Поэтому вот так вот... Ух ты, как здесь интересненько-то, а? Вот это да, вот это да. Ну, все, вроде бы ничего нету. Ладно, все, все, закрывайте. Все, закрывайте, пожалуйста, спасибо. Ладно, хорошо. Где же это еще, малой? Так, здесь... А он сюда не попал случайно? О, давайте у них спросим. Здравствуйте, граждане заключенные. Скажите, никто не пробегал тут? Какой-нибудь пацан мелкий, может быть? Пацана не видели? Пробегал. Пробегал? Тут бегал, нас обзывал. Чего? Еще и обозвать кого-то успел? Лет на 10, да, выглядит? Мы точно про того и говорим? Обзывал матом? Он в сторону камер побежал. Бегал, бегал. Как его не заметила охрана? Почему вы увидели, а он нет? Ну, я так понимаю, что на момент обзывания здесь не было, скорее всего. Охрана спит. Ну, как обычно, как обычно. Знаете, снаряга 100 килограмм, да? Они просто расслабляются в ней, и снаряга стоит. И по сути, они, получается, в расслабленном состоянии спят. Таким вот образом. Это еще хотя бы головой мотает. Слава богу, а? Прием, гражданин. Все в порядке? Никто не пробегал? Так точно, сэр. Ну, неудивительно, неудивительно. А вы не слушаете этих заключенных. Возможно, они врут. Ну, как, если... Слушайте, ну, все говорит о том, что это пацан. Он материл их. У него есть особенность ругать матом. Особенно взрослых дядей. Не думаю, что врут. Не думаю. Ладно, пройдемте дальше. У меня такая же есть. О, представляю, с вашей-то должностью, товарищ начальник, я представляю, как вы тут материтесь... А сколько матов эти стены уже повидали здесь, послышали, да? И они бесконечны, эти маты, да, эти крики и ужасы, они отражаются от стены к стене. Они здесь бесконечны, здесь вся атмосфера, вся тюрьма пропитана вот этими вот криками и матами. Опа, кто у нас здесь? ДПС. А здесь, девочка, ты, по-моему, ошиблась чуть-чуть. Не ездят здесь машины. Так, смотрим здесь, под лестницей. Слушайте, хорошее место, да? Спрятаться прям, вообще замечательное место. Можно, можно его использовать. Вот для заключенных. Куда-нибудь туда залез, и все, и потеряли тебя. Так, вроде никого. У него тут просто мама сидит. Возможно, до нее добрался. Вот и все. Просто так-то... Хотя и просто так могут дети лазить, да? По подобным местам. Но мне кажется, что... Конечно же, он до матери... Слушайте, да, ну здесь уже открыто все. Ну как здесь-то? Ну здесь-то ты как прошел? Ведь смотрят ребята. Ну, хорошо, мы определились, как он проходит через решетки. Он пролезает здесь. Потому что, смотрите, какое расстояние, да? Ну, возможно. Пролезает. Он худой у нас, правильно? Так, но здесь-то уж вся охрана сплоченная, понимаете? Она находится именно здесь вся, основная. И здесь-то уж точно бы он не прошел. Так, здесь у нас нету никого. Странно, здесь тоже никого нету. Так, где маман? Она сидела где-то в какой-то из этих камер, я помню. Так, крутой чел с очками. Не бунтуй, дружище, все в порядке пока. Здесь тоже никого. Слушайте, ее что, перевели, что ли? Другую камеру или нет? Да вы что, издеваетесь, что ли? Где она? Тоже нету. Странно. Так, отдыхает заключенный у нас, отдыхает. Здесь у нас тоже нету. Опа! Эльзочка, скажи, пожалуйста, приветствую. К тебе сын не прибегал? Скажи, пожалуйста. Эльза! Привет, ты чего снова тут? Я тут. Я спрашиваю, тебе сын не прибегал случайно? Он в тюрьме спрятался где-то. Я не понимаю. Да вроде нет. Это странно. Это очень странно. Он проник через охрану. Слушайте, я сейчас буду выглядеть как дурачок. Конечно! Проник у нас через охрану ребенок. Да. Ты уверена? Скажи, пожалуйста. К сожалению... Я, по-моему... Но я видел, правду говорю. Да, правда, что ли? Да, он сбежал и прибежал сюда. Он точно в этих стенах. Знаете, через нашу охрану сложно пробраться. Но я видел, как он забегал. Это не глюки. Ладно, вы меня извините. Вы меня простите. Я тогда пойду.
Но раз уж мы тут, разрешите мне повидаться с Эльзой? Буквально на 2 минуточки. Ну, раз уж я пришел. Ну, пожалуйста, товарищ начальник. Да, конечно, без проблем. Спасибо, спасибо. Уж вы получше, чем ФСБшник злой. Сейчас ключики. Давайте, давайте, давайте. Сейчас зайдем с ней-то, пообщаемся. И надо будет искать. В любом случае, я видел. Это же не глюки у меня, правильно? То есть я точно видел пацана здесь. Повернул ключ и открыл дверь. Благодарю. Благодарю вас, гражданин начальник. Так, давай, давай пообщаемся немножечко. Я к тебе каждый день уже прихожу. Мы с тобой сейчас все обсудим, все решим обязательно. Так, ты как здесь? Все нормально? Нашли? Гуляю? Что? Что? Ты здесь? Маленький засранец. Смотрите, смотрите, что здесь. Это кто? А? Гражданин начальник. Как? Я же говорил, что не вру. Ну-ка, быстро пошел. Так, я не могу бить его при ней. Он прибежал ко мне и сказал, что соскучился. А почему ты молчала? Ты хотела, чтобы он с тобой тут жил, а? Похоже, сегодня у кого-то будет минус должность. Не надо, не надо. Потому что тебе придется всех уволить, либо всех понизить. Слишком, конечно, проныра ты, пацан. Я знаю, что он делал, друзья. Я знаю. Ты бросал камушки, как в Хитмане, и они отвлекались? Да, да, я уверен. Они, знаете, камушек кидаешь, они такие, а? Здесь кто-то есть? И идут потом, знаете, в стену, типа, такие смотрят, а он в этот момент пробегает. Так и было. Так и было. Это единственный вариант. Ну, почти. Я понял. Там сложнее. Потом расскажешь. Сложнее система. Слушайте, а умен? Умен. Мне бы, да, его вот эти вот возможности проникать сюда. Обалдеть. Ничего себе, молодец какой. Так-то, с одной стороны, хорош, но все равно поступил плохо. Ну ничего, дома с тобой поговорим, малой. Не упустите его только, пожалуйста, сейчас хотя бы. Повидала сына? Я-то слежу. Я слежу, он всех обвел. Он хотел поиграть в прятки. Он очень активный. Ага. Обманул и сел на такси. Хорошо, что его не пристрелили. А то бы вышла из тюрьмы. И осталась бы у тебя только одна дочка. Так, по тебе вопрос решается. Не переживай. Буду посещать каждый день. Ну, стараться посещать каждый день, конечно. Как будут пускать. Давай, не расстраивайся, короче. Не расстраивайся. Все, под замок домой их. Подоконник, время тикает. Понял. Понял, извиняюсь, извиняюсь. Есть. Закрывайте. Закрывайте, закрывайте. Жду вас. Все, Эльза, давай. Давай, все будет, не переживай. Извини, такие распорядки. Ничего. Ничего. Я и то без предупреждения. Так, молодой, пошли на выход. Повидал мамку? И снова я с вами. Куда ты опять бегал? Я могу остаться. Ну, спроси у дяди. Если он разрешит, то, конечно. Мы-то понимаем, да, прекрасно? Мы-то понимаем. Пожестче ему ответьте как-нибудь, пожалуйста. Мона. Мона. Дочке привет. Хорошо, передам привет обязательно. Но у нас, конечно, не 5-звёздочный отель. Да прогоняй, ты что, с ума сошел, что ли? Ну и ты, малыш, не похож на уголовника. Правильно, правильно, все правильно. Ничего, ничего, гражданин начальник, как-нибудь он вас навестит еще. Я так понимаю, если, конечно, дальше будет тут подобным беспределом заниматься, то обязательно к вам как-нибудь попадет еще. Пошли, скоро мамку-то выпустят. Едем домой, тебя сестра ждет. Не кормят, вот засранец, говорит, не кормят. Кто дошек заваривает, а? Давайте, открывайте. Открывайте нам, пожалуйста, ворота. И что стояли? Ну, посмотрите, как он общается. Смотрите, никакого уважения к людям вообще не имеет. Мне кажется, что он настоящий будущий уголовник. Да, друзья? Он самый настоящий будущий уголовник. Вижу я... Надо воспитывать. Надо воспитывать. А все почему, друзья? Потому что пропал сержант. Без папки он стал уже вести себя более вот так вот раскрепощенно, позволять себе подобные вещи, оскорбления, да? Представьте, вы идете, да, вот видите вот эти люди, которых он материл? Извините, ребята, извиняюсь, конечно, что он вас обматерил всех, но такой человек он стал, такой человек. Надеюсь, вы не выйдете и не найдете его. Так, откройте, пожалуйста, господа. Открываем, молодцы. До свидания, до свидания, до свидания, граждане начальники и синовцы. Надо быть более внимательными. Надеюсь, что уж настоящий преступник, который захочет совершить что-то ужасное, мимо вас не пройдет. Я понимаю, что они привыкли видеть здесь взрослых людей, да? Но если бы это был паспорту, если бы это был какой-нибудь карлик, например. Ой, как это его не заметил? Ничего, ничего, все в порядке. По сути, все хорошо закончилось, потом отчитаешься. По сути, все хорошо закончилось, на самом деле. Не застрелил, а ведь мог, имел полное право застрелить. Давай, маленький гаденыш, спускайся быстрее, очки купи. Вот, вот как он общается, друзья. Давайте, ребят, нашли. Нашли его. Все в порядке. Здравия. Так, посадим сейчас его. Ну, знаете, я Софье скажу, чтобы она его сама наказала дома.
Я думаю, что она уже сама с ним там поквитается. Так, ну, таксист по-любому уже не этот был. Да, может этот. Не знаю, я не видел таксиста, друзья, к сожалению. Поэтому нам бы не попасть сейчас под это такси, конечно. Малой, давай сюда быстро. Малой, где ты там? Только сейчас не пропадай, пожалуйста. А, ты уже здесь. Блин, шустрый, конечно, шустрый. Садись. Давай в машину залезай быстро. Самое главное, друзья, я считаю, что никто не пострадал. И, по сути, это даже закончилось все плюсом, но не для меня. Я должен быть уже на работе, да? Но из-за мелкого мне пришлось ехать сюда почему-то. Поэтому, конечно же, мы в обязательном порядке сделаем так, чтобы Софья его наказала. Дала как следует ремешочка, да, ему. Так сказать, набила задницу как следует. Ну и далее уже... Не надо, пожалуйста. Это же Lamborghini Urus. Это же Urus. Вот, набила, дала ему ремня. И поставила в угол куда-нибудь подальше. Двери мы все закроем на замок. Конечно же, я об этом сам лично позабочусь, да. Ну и это был, друзья, Радмир. Это был сервер, запомните. Номер один. Самый первый. Самый топовый. Именно здесь играю я, поэтому присоединяйтесь обязательно. И если приходите, не забывайте вводить команду MN, а далее 11 пункт, промокод Макс Deep Капсом. Вы от меня получите обязательно по достижению 4 уровня денежки. Каждого из вас я благодарю за просмотр. Ссылочки все есть в описании. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.